Все, пошла запись. Будем делать вещи, как в интернете, да, на настоящих машинах делать. Да. Только подальше, наверное, встань. А. Так, чтоб... Не-не-не, наоборот, подальше. Прицелись. Вот так, давай. Давай еще, наверное. Стопэ. Давай, на третий гудок. Давай. Ты что-то не гудишь. Ух ты! Он как на резинке, слышишь? Ну. Прикольно. Надо было бы наискось цеплять, чтобы не за одну сторону, а по диагонали. Как видишь, в одну сторону стаскивает. У меня уже он зарылся ты вообще. На Вадиму посмотри, что там бедный рулё, обрубь голову там, бум. У него голова точно болеть будет. Дун головой прям в это в руль бьется. Я даже на повышенную умудрился, слышь, воткнуться. Да? Нифига себе. Да ну у меня тут грязюка из-под колес вообще вылетает. Ну ты меня вытянуть даже не можешь. Я на нейтральной стою. Что, он не тянет нифига? На пониженную включил. О, лебедка пошла. Так ну нифига, я тут зарылся, он же под днище. Я сам зарылся, походу выехать не могу. Во-во-во, я вылез, все. Сейчас тебя в свою, наверное, лужу засажу эту. В калины. А я у тебя, наверное, не провалюсь. А, да, ты у меня не провалишь, у тебя только свои. Вот тоже что не сделали тогда? Чужую, ну вот это вообще. В чужую это... колею нельзя провалиться. Как это? Да. Едешь ты по своей. Провалилась. Тогда бы и следы бы были, если бы они это сделали. Ну да, как бы, вроде мелочи, но. Да это как бы тоже не мелочь. По сети играешь, как от соседней машины нет следов. Вот это бред вообще полный. Ну да. Че, ты все со этот скрин сделал? Да, все полепил там. Но все равно так он и не читает этот язык русский. Блин, может, да но... делать бы сегодня карту. Да, сейчас тут в основном осталось как бы в карте делать. Все вроде машины. Хотя вот смотри, вот сейчас попробую сейчас КамАЗом. За морду зацепить любую. Я цепляю вот машину, вот КамАЗа я своего зацепил, например, да? Да я тоже своих цепляю, вообще легко. Зацепил. Как бы. Это, слушай, это что-то, наверное, я не знаю, что за гон такой. Все, он все тут цепляет. По любой точкой передом, задом, боком там. Попробую там дома на съезжу. Ман цепляет. Чё за херня такая? Краза цепляет. Они и боковыми, и всяко разно цепляют. Всеми цепляет он, я не знаю, почему так. Как бы точки все нормально прописаны. Знаешь, что надо, я нашел, что надо. А. Надо кразу боковые точки. А я, кстати, не прописывал ни кразу, ни это. Не тритоны боковые. Что, оставить так? Да, я думаю, да, наверное. Они маленькие, что им куда они там что-то прописывают. Ну тоже. Ну блин, его видишь, для переворачивания, в принципе, удобно, что. Я уже все, Паш, я уже устал.
считай, 2 недели без недосыпов, как бы. Уже пусть он будет и так хорошо. Мы он вообще по кого? Витю Виторгана-то переворачивали так, чисто уперлись и нормально. Ну да. Поэтому я думаю, что и так хорошо. Ну-ка, а это, допустим, ты на чем сейчас, на КамАЗе? Да, я все еще на КамАЗе. А другие машины давай попробуем сцепить. А, ну, да все работает, скорее всего. Ну, давай, я не знаю, где-то есть. Ну, я вот здесь на Тритоне кручусь. Ну, давай едь на Тритоне сюда ко мне, кучу я сейчас на любую сяду. Давай. КамАЗ мы попробовали. Так, Татра он стоит. Давай начнем с Татры. Получается, просто тот, только КамАЗ, короче, не цепляется. Да, может. Ну это гон какой-то, понимаешь? Чё, нет. Тоже нет? Тоже нет. Это, короче, это в игре гон, это не наш косяк. Глянь. Это не наш косяк, короче. Ну-ка, давай сейчас я пересяду на КамАЗа. Знаешь, что надо? Надо дефолт взять и на дефолтах попробовать подцепляться. Ну, Витя же говорил то, что они на дефолтах не могли зацепиться. Вот, понять, ребятка, не цепляй, да? Да. Нифига не цепляй. Ну, проезжай туда дальше, я сейчас на мансе. Ну-ка, за жопу. Они, короче, что-то носовые точки запороли. Жопа зацепилась. Ты отцепил, да? Да. Ну-ка я пересяду на Татру, подожди, стой. Блять, Татру за жопу. Все, зацепилось. А мордой никак, да? А мордой никак. Странно. Ну-ка едь кому туда к дефолтным. Я сейчас сяду на дефолтный какой-нибудь. 43.20 я сел уже. Да блять, они со своими, извините, за маты. Обновлениями, знаешь, только палки в колеса вставляют. О, всё, я тут. Подскочил тут. Я. Ага. Не. Не, не хочет. Не принял? А, морду не цепляет. Подожди, сейчас не кидай. Прими. Вот. За жопу цепляет, за морду нет. Да это все машины, понял, это даже дефолт. Ну-ка, поехали-ка, сядь на Краза, например, дефолтного. Тупо дефолтом попробуем. Тебе говорю, ну не должно быть, если он цепляет, главное, за все. Вот, стой, стой. Ну все, и цепляйся давай. Сейчас не, я не вижу. Я, да я тебе он, давай. Зацепил. За жопу зацепился, да? Так, а перед. Оп, перед, переду. Тоже зацепился. Странно. Перед назаду. Ой, блядь, это я свой зацепил. Где твой-то? Ага. Сейчас, 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 подожди. Вот я себя опять же цепляю. Странно. Может они прописку там что-то поменяли? Может они правду прописку поменяли, не знаю. На дефолт. Очередное обновление заключалось в том, что на всех машинах они это самое поменяли зацеп лебедкой. А давай посмотрим, она же Steam обновился. Да, да, да. Сейчас посмотрю. Ну давай все, тогда запись заканчиваю. Будем разбираться.